Лучший изгиб на теле женщины – ее улыбка, говорил Боб Марли. Первый раз он женился рано, в 21 год, на Рите Андерсон. Когда Бобу было 27, его заметили. А вместе с известностью и деньгами появились и другие женщины. Например, мисс мира 76 года Синди Брейкспир. Всего у Боба Марли было 11 детей от 7 женщин, но помогала их воспитывать жена Боба Рита Марли. Самую знаменитую песню «No Woman, No Cry» Боб Марли написал в 1974 году, чтобы поддержать свою мать во время болезни. «Нет, женщина, не плачь, все будет хорошо». Песня стала гимном женщин во всем мире, а Боба Марли провозгласили королем регги. Боб Марли был настолько доверчивым, что даже не закрывал входную дверь. В 76 году неизвестные ворвались в дом Марли. Боб получил тяжелые ранения грудной клетки и руки, но спустя два дня все равно вышел на сцену. «В мире слишком много зла, и я не имею права тратить хотя бы один день впустую», — сказал Боб поклонникам. Боб Марли обожал футбол, восхищался Пеле и юным Марадонной. Летом 77 года во время игры Боб серьезно повредил палец ноги. Позднее врачи диагностировали рак. От ампутации пальца Боб отказался, боялся потерять пластику на сцене. Боб Марли умер в 36. До последнего дня с ним была его жена Рита Марли. Родился Боб Марли ровно 73 года назад, в этот день.